В Люберцах на улице устранили засор канализационной трубы. За работой аварийной бригады наблюдала съемочная группа нашего телеканала. Получив заявку от управляющей компании, специалисты Люберецкого водоканала оперативно выехали на место. Промывку канализации производят с целью профилактики и в рамках подготовки сетей к работе в осенне-зимний период. На данный момент проводим профилактическую промывку, чистку канализационных сетей. Делаем это на регулярной основе. Поступают заявки, передают нам, мы строим планы и промываем планово все линии, чистим. Засор устранили гидродинамическим способом с использованием специального оборудования. За несколько минут мощные струи разбили пробку и очистили внутренние стенки труб от отложений. Загрязнение удалили вакуумным насосом осанизаторской установки. Трубы забиваются отложением жира, отложением солей. И очень большая проблема, что люди пользуются влажными салфетками. Они не растворяются, скапливаются в трубы, создают пробки. Соответственно, после промывки все трубы освобождаются, и нормально уже поток воды и всех нечистот проходит в централизованную станцию. Специалисты Люберецкого водоканала проводят регулярные осмотры канализационных сетей, колодцев, напорных и самотечных трубопроводов. Это позволяет не допустить технологических сбоев и аварий на трубопроводах системы водоотведения. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.